19 медработников из района Тараклия, каждый из которых отдал профессии по меньшей мере 35 лет, получили по 1000 леев от Ассоциации по развитию болгарской общности в Молдове в знак признательности за самоотверженный труд. Вручение приурочили ко дню медицинского работника и фармацевта и провели на мероприятии, организованном местными властями. Рождается Брагуца София, врач-офтальмолог районной больницы Тараклия, стаж 38 лет. От имени Ассоциации развития болгарской общности в Молдове хотим поздравить наших медицинских работников, врачей, медсестер, санитарок, всех-всех медицинских работников, кто, не покладая рук, ежедневно 24 часа в сутки помогает нам, спасает наши жизни, лечит нас как пациентов. Хочу пожелать им крепкого здоровья, сил, терпения, чтобы они продолжали также трудиться и помогать всему нашему обществу. Евгения Георгиева – семейный врач из села Албатадежос района Тараклия. Работает в здравоохранении больше полувека. Наибольшее удовлетворение врач получает, когда удается подобрать наиболее эффективное лечение для пациентов. Слушай, я с малых лет хотела быть врачом, потому что у меня мать умерла, мне было годик. Я эту профессию так почетную. Рада, что я только работаю и продолжаю еще работать. Если пациент благодарен, остался здоровым, и я тоже благодарна этому. Профессия врача – это мое призвание. Еще будучи школьником, я мечтал стать хирургом. Очень тяжелая работа. Профессия, которая от нас требует очень много организованности, дисциплинированности. Благодарность, я ее чувствую издалека. Если больной улыбается, глаза сияют. Для меня день врача означает всю суть моей жизни. И я работаю уже 42 года. Ни на секунду, ни на миг я никогда не пожалел о том, что я выбрал эту профессию. Районные власти поздравили медработников и отметили важность их роли в жизни местных жителей. От имени районного совета и от своего имени лично я хочу выразить самые искренние слова своей благодарности и поздравления по случаю вашего профессионального праздника Дня медицинского работника. Ваша нелегкая, поистине благородная миссия – это высокий пример самоотверженности, профессионализма и сострадания. Каждый из вас, вне зависимости от специализации и должности, является неоценимым звеном в обеспечении здоровья нашего общества. В состав Совета Ассоциации по развитию болгарской общности в Молдове входит и врач Георгий Барбаров. Мне очень приятно, что в этот день я нахожусь в Тараклии и здесь, среди болгарского населения, имею возможность поздравить своих коллег с таким замечательным праздником, профессиональным днем медицинского работника. Мы, как Ассоциация за развитие болгарской общности, имели возможность поздравить их, в том числе материально, с этим праздником. День медицинского работника и фармацевта отмечают в Молдове в третье воскресенье июня.